Чё, привет, зрители снова зря, что ли, я ногти красила, пакеты доставала. Правда, с шумными соседями ничего поделать не могу.
Славные соседи. Жалко, что им нельзя серваки отгрубить вместе с ними самими. Они, к сожалению или к счастью, личинка у них очень ратая.
пробырка бывает разная, толстая, плотная такая, и вот такая тоненькая, будто пищевая пленка. У меня этой пупырки аж 2 мешка.
Пришел ко мне внезапный гость. Ну, я, короче, сейчас тут дорежу и закруглюсь. Соседи слоны. Вот те звуки, что сейчас были, это эти мата не хватает. Люди, которые вот эти звуки издают круглосуточно. Особенно по ночам очень сильно. И хорошо повезет, если молотком не стучат. Короче, как-то.